даже если представить себе, что завтра с помощью какого-то особенного оружия Путин захватывает Украину, понимая Путина, это означает лишь, что через некоторое время он захочет захватить Молдову, Латвию, и в какой-то момент все равно будет поражение. Он не может. Все. Это не Украино-российский конфликт. Это конфликт Путина с цивилизованным миром. Просто он-то думал, что с Украиной-то он быстренько справится. И после этого с миром будет говорить про балтийские страны, про следующие этапы.